В ивановском зоопарке новый постоялец. В минувшие выходные сердобольные ивановцы принесли сюда малого тундрового лебедя. Птица достаточно очень редкая, не только в самом деле для нашего региона, но и для всей России. Причем это является чисто российской птицей. Она вводится только у нас в России. Больше ее нигде нет. Вот, птица редкая. У нас оказалась, скорее всего, пролетом. Эта птица молодая, этого года. Скорее всего, примерно июня и начало июля вывода. Вот. Пролетала, скорее всего, и кто-то пострелил во время охоты. Охотничья дробь попала птице в крыло, но ранила не сильно. Более серьезные травмы лебедь получил в результате падения. В зоопарке птицу подселили к другому тундровому лебедю. Компания, по мнению орнитологов, поможет новоселу быстрее адаптироваться. Состояние сейчас будем считать, что удовлетворительное. То есть птица кушает, птица плавает, но на ножку пока не встает. То есть перелома нет, но быстрее всего, видимо, это сильный удар. Может быть, поражены какие-то нервные участки тела, но наши врачи над этим работают. Скорее всего, новый обитатель зоопарка – самец. Его соседка по вольеру – самка того же вида. Работники зоопарка надеются, что у несчастного случая будет счастливый итог. И через пару лет в зоологическом саду станет на одну лебединую семью больше. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.